Традиции и преемственность поколений особо почитаются в год семьи в нашей стране. Династии объединяются и показывают, какие таланты сближают и укрепляют их семьи. В Леновске открылась выставка «Лев, Ольга, Елизавета. Три поколения», которая рассказывает о художниках, влюбленных в искусство и общее дело. Это династия Нецветаевых. Из поколения в поколение любовь к искусству передавалась семье Нецветаевых. Творческое наследие династии художников отражает атмосферу разных стилей и эпох. Лев Николаевич стоит во главе изобразительного искусства семьи Нецветаевых. Для дочери и внучки он стал проводником в колоритный мир красок и кистей. Сам он мастер исторических сюжетов и живописных пейзажей. Чтобы показать семейные традиции и любовь к общему делу, Лев Нецветаев организовал художественную выставку трех поколений. Более 80 полотен составили коллекцию музея. Экспонатов. И тут и живопись, вот автопортрет, и графика, гуашь, ее потрясающие пэтчворки. Типично выделяя искусство лоскутного шитья, пэтчворк, Лев Николаевич говорит о работах своей дочери. Из крошечных кусков ткани Ольга Нецветаева создавала рукодельные шедевры. Каждый отдельный квадратик, соединяясь с другими, строил целую историю, умело сочетая в себе яркие цвета и оригинальные задумки. А эта работа уже в стиле графика, выполненная внучкой Елизаветой. На создание фактурных трехмерных изображений художницу вдохновили мотивы родного края и семьи. Здесь представлены две серии, выполненные карандашом. Вот дипломная моя серия, посвященная набережной Белого Яра. И еще одна карандашная серия, тоже посвящена Белому Яру. Там с включениями туши. И одна работа черно-белая, тоже выполнена тушью и черной ручкой, вот, посвященной моей матери. Выставка «Лев, Ольга, Елизавета. Три поколения» передает особенности творчества каждого художника, многообразие различных техник. Ознакомиться с семейными реликвиями семьи Нецветаевых можно в Музее изобразительного искусства 20 и 21 веков до 21 апреля. Дарья Цыбина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.